Настал тот час, когда мы узнаем, что же сосед скрывает в своей канализации. Куча мусора! Нет, это не то, что я хотел увидеть. Тупик. А что здесь заколочено? Бита, пробей мне путь. Странно, конечно, это все. Зачем сосед свои тоннели забаррикадировал? Видимо, он здесь что-то хочет спрятать. От кого-то. Шкаф? Зачем здесь шкаф? В моем-то случае это хорошо, вот для соседа непонятно. О, мое любимое место с бездной. Ну капец! Такое надрывание жопы, чтобы вот это в конце увидеть. Короче, нужно искать код от этой двери. Рыжий умник, что дальше делаем? Ага, у меня есть идея. Нужно убрать монетки в копилку. А то вдруг кто-нибудь стырит. Хотя, кто здесь может стырить? Все ребята на делах, я тут один. Получается, только я могу стырить. Но я лучше все это в копилку. В нас общий командный бюджет. А теперь переходим к плану действия. Нужно найти вот этот вот холодос. Вот этот холодос, там что-то лежит. Вернулся на задний двор соседа. Нужно же починить газонокосилку. Какой же я золотой ребенок, да? К соседу пришел, починил машину, починю сейчас газонокосилку. Всего-то нужно подобрать вот этот предохранитель и вставить куда следует. А может, сосед специально все ломает? Газонокосилочка, готовься встряхнуть своими железячками. Ну, что теперь как бы не завелась? Надо ключ. Блин, он же там рядом лежал с предохранителем, надо было его захватить. Ладно, почапали обратно. Ключик! Ключик! Ты мое спасение, без тебя вообще никуда. Опачки! А что это там блестит такое? Что это такое лежит? Шарик? Предохранитель для электрощитка? Да ты же мне нужен! Сладенький ты мой! Электрический ты мой! Мне нужно его, походу, на крышу закинуть. Ладно, как бы, блин, две руки заняты, в обоих что-то лежит, поэтому ты тут полежи, гаечный ключ тут полежи. Полезли. Спустим спиннинговую корзинку и поднимем все, что нужно, наверх. На террасе вроде больше ничего ценного нет. Кстати, мне вот интересно, почему здесь нет сумки? Сумка все же было гораздо бы удобнее, чем вот этой вот фигней заморачиваться. Надо подкачаться, надо подкачаться. Все, вроде отпустил. Да елки-палки, вечно здесь застреваю, жопа жирная моя. Ножи! Предохранитель отправляется в корзиночку. Снова поднимаюсь по лесенке. Mission complete. Задание выполнено. Что мне теперь с этим делать? Пойдем, короче, в дом, посмотрим, куда я могу это дело положить. Я-то точно его никуда не смогу воткнуть. А вот другие ребята смогут, и надо им как-то передать. В эту дырку я не хочу класть. Я не знаю, где этот туалет находится. Лучше в другое место. О, труба, воздуховод. Или труба, да неважно. Короче, давай мы вниз спустим. Наш предохранитель... А детектив его там встретит. Детектив же у нас в туалете прибывает. Ну все, на этом мои полномочия все, я по своим делам пошел. Мне еще все-таки газонокосилку починить надо. Юху! Да что ж такое-то? Да почему я тут вечно застреваю? Походу, у меня слишком длинные ноги лишь, слишком жирненькие. Погнали! Смотри, как могу. Гаечным ключом. Ты слышишь этот металлический звук? У меня не башка, а жестяная банка, в которой ничего нету. Но в реале лучше так не делать, будет бочь. Бочь, больно. Так, давай крутить. Подсказок никаких нет, поэтому... Да. Здесь шибко тоже ничего на плакате нам не подсказали. Будем крутить наугад. Надеюсь, ничего не бомбану. В какую сторону бы еще крутить, понять? Будем прислушиваться своей интуиции. А моя интуиция говорит, что надо крутить в другую сторону. Красный огонек загорай зелененьким, пожалуйста.
Ёлы-палы, сколько крутить-то можно? Как все это долго. Да, зеленый! Ништяк. Я нашел ориентир. Наверное, вот этот крутить я не буду. Да лучше вот здесь попробуем покрутить. Он сразу три крутит. Обалдеть. Такое ощущение, что я не газонокосилку чиню, а двигатель реактивный какой-то. Может, хватит уже крутить? О! Ура! Ой, это не я. Кто бы это мог быть, а? Там, походу, дырка в заборе теперь. Но меня это уже мало волнует. Давай поднимать лесенку. Какая она неподъемная. Давай! Е! Кажись, поставил. Ну чё, давай теперь наверх. Ой-ой-ой-ой! А я-то наверху, а ты там внизу. Алоха, братуха! Здорово, усач! Он так палит на меня. Он что-то задумал явно, этот сосед. Ох, как я ненавижу такие окна, а. Они тяжело. Сосед уходит. А мне это на руку. Все. Я внутри. Отлично. Что мы тут имеем? А! Да как так? Где мой рогат? Да ты только что внизу был. Так не... Тебя что, клонировали? Вас двое, что ли? Как ты так быстро перемещаешься-то? Ну все, теперь я детектив. Пойду-ка я в туалет и возьму предохранитель, который скинула мне подруга моя. Что ж, как, блин, я уже заигрался в эту игру. Я же здесь за пятерых играю. Я уже сам себя подругой называю. Обалдеть. Все, я с катух поехал. VR это боль, когда переигрываешь. Вот сюда вот давай предохранитель шлепнем. И там другая моя подруга, ну то есть я в виде подруги, вот в виде вот этой подруги прибегу и заберу этот предохранитель. Все очень запутано. Так, 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 где же наш предохранитель? Мы возле кухни. Я еще не до конца ориентируюсь в доме соседа. Постоянно у него тут перестановки какие-то. Вот он, предохранитель. А куда его всунуть, я вот даже не знаю. Куда-то надо, а куда вот, что ж поймешь. А, рука в двери застряла. Фух, выстрелила от бала, как это? Как сказать, застряла наоборот, что он не застрял уже. Я думаю, что предохранитель вон туда надо воткнуть, в тот ящик, но он закрыт. Давай его пока здесь положим. А я пока вызову умника и посмотрю, что делать с этим предохранителем. Сверимся с планом. Значит, вот, предохранитель я достал. И там рисунок кухни, по-моему, да? Тот самый ящик, про который я тебе говорил. Наверху вон он. Ага. Блин. Но он же закрыт. Его надо как-то открыть, получается. Правильно же, чтобы туда предохранитель воткнуть. А, нет. Ящик мы открываем. И стрелочка от ящика. То есть вот, от ящика идет к щитку. К электрощитку вот сюда. Короче, я понял. Надо на кухне открыть ящик. И этот ящик откроет нам электрощиток. А тут у нас чего? Девчонка с косичкой. Мы уже все почти у нее сделали. Девчонка с битой тоже там у нее почти все сделали. Давай-ка, девчонка с косичкой, надо бы найти холодос. Точно, холодос же надо найти. И дорога ведет на чердак. Потому что круглые окна только там. На фоточке круглое окно было. И круглые окна только на чердаке. Я надеюсь, что мы здесь сможем пройти. Точно! Мы же сейчас залазим в комнату, где мы играли за девчонку с битой. Даже, по-моему. Мы тут себе проход высвободили на чердак. Сейчас я проверю, соседа тут нету. Вроде нет. Все, короче, лезем на чердак. Погнали, погнали. Вот, девочка и рогатка, я здесь еще не был. Здесь только бешеная бита была у нас. Ого, пингвинчик. Давай я тебя сюда поставлю. И здесь еще шарики нужно же было сбить рогаткой. Вон они, наверху, на потолке. Кстати, а вот это что за выступы такие интересные? Что это вот такое, как будто залезть туда можно? Я их раньше не видел.
Может, тут можно как-то до них подняться? Нет. Странно все это. А если взять лом и использовать его как крючок, вот за шкаф зацепиться и подняться, можно? Нет, так нельзя. Блин, мне теперь дико интересно, зачем там эти полочки? Три штуки, как будто по ним карабкаться надо. Ладно, давай возьму рогатку и собью шарики. Ей, с днем рождения. У кого сегодня днюха, всех с днем рождения. Шарики сбили. Теперь давай думать насчет полочек. Хм. Кстати, а можно вот за вот эти штуки взяться? Прикинь, можно. Как турник использовать можно. И там вон такая штука есть, но для чего она там, непонятно. За нее тоже можно взяться. Но про это место мы еще в прошлый раз разузнали. Я сюда лом клал. Опа! Ну, короче, на шкафу ничего нет. Зачем туда эти три полочки идут, непонятно. Хм. Короче, что предлагаю? Предлагаю достать монетку. На шкафу, которая лежит. Сейчас туда допрыгну. А еще хочу попробовать схватиться за винт. За пропеллер вот этот, который крутится. А может, по картинам? Не, по картинам нельзя. Монетка! Я тебя достану. Ха-ха-ха, вон она там, вон, за углом. Манит меня своим звуком денежным. Сейчас попробую сбить ее рогаткой. Ага. Но я думаю, что надо... О, сбилась. Короче, ее нужно было достать по-другому. Вот так вот, смотри, хоп. Схватился за винт. И вот так вот. Наворачиваешь кружочек. Блин, ну я все равно не понимаю, зачем вот эти полочки здесь, три штуки. Ладно, не важно. Короче, вот. Руку протягиваешь и забираешь монетку. Вот для чего здесь винт нужен был. Еще одна монетка отправится в копилку сегодня. Йо-хо! Ну что, лом я, наверное, давай положу туда, где его место. Наверное, его там место. Ну, по размеру похоже, что сюда лом надо класть. А я иду вот сюда. Так. О, слушай, есть идея. Там же люк есть. В спальню соседа. Пойдем спрыгнем туда. Может, мне там что-то нужно сделать? Вот он, этот люк. Опаньки. Как насчет ключика? Он тут не появился? Нет, ключ просран окончательно. Сосед. Вроде тишина. Значит, я пойду, наверное, вот сюда нам надо, да? Ага, вот сюда теперь пойдем. А здесь кабинет соседа, точно. Но нам здесь делать-то нечего, ошибка. Мне нужно другое место. Мне нужно место с подъемником. Во! Вот оно, это окно. И тут подъемник. Ништячок! Сейчас ты поймешь, что это за подъемник. Мы его в прошлой серии увидели. Вот оно. Давай, поднимай нас. Все, я наверху. И что же тут на чердаке нас будет ждать? Манекены, привет всем! Детективы, фотоаппаратчики и куча всего. Как и давно вас не видел, скучал по тебе. У тебя же здесь лупы нет, у тебя сквозная дырка там. По телефону кто-то трещит. Давай я тебе наберу 911. 911. Ладно, что-то вы какие-то скучные. Чтоб с вами тут не побалдеешь. Ты видел, да? Ты видел. Здесь у нас лесенка. Ага. А на кой черт здесь эта лесенка? В принципе, тут ничего нет. О, сундук. Пустой. Хм. Ничего здесь нет, кроме... Ага, портрет соседа, смотри, какой светлый. Он там молодой еще. И семейный там он. Семейная картина лежит на полу. Обосраться. Он сюда все старое хламье затащил. Ну, короче, вот он, этот холодос. Вот для чего мы сюда приперлись. Надо его как-то открыть, потому что он заперт. Красная лампочка. Сделайся зеленый-ка, а, пожалуйста. Черт подери, как тебя открыть-то?
Сейф. Это не холодильник оказался, а сейф какой-то. Давай стрельнем вот в эту метку, мишень, и посмотрим, что будет. А где еще мишень? Значит, играем в игру «Найди предмет». Если бы я был соседом, то куда бы я заныкал мишени? Может быть, сюда? Слушай, тут ручка есть, давай покрутим. Ага, точно, мишень одна. Может, за шкафом? Нет, в шкафу точно нет, за шкафом точно нет. Ну, не видно, да, вот так вот смотришь с высока, не видно. Может, за зеркалом? Нет, зеркало нельзя взять здесь. В ящике! Точно, ящик сейчас открою, там на верхней крышке, по-любому. Точно, точно. Угу. Значит, раз, два, три. А сколько лампочек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть мишеней должно быть. Шесть лампочек, шесть мишеней. Три нашли, еще три где-то быть. Может, книжка? Смотри, ее можно вроде как открыть, и в ней мишень, может, будет. Открывайся, розовая книжка. Мне нужна мишень. Откройся. Не хочет открываться. Значит, это не то. На потолке. Гляди, вон она висит. Четвертая. Осталось две. Опа, удочка висит. Из-за шкафа падает крючок. Что-то за шкафом есть, видимо, да? Давай посмотрим. Ага, пятая мишень. Ее бы как-нибудь поднять. Нам нужно как-то подняться наверх, по всей видимости, к удочке. Эту лестницу можно взять? Нет, она не берется. Как-то надо без этой лестницы. Смотри, там наверху помещение еще, и туда можно попасть через эту комнату. Ну, пойдем посмотрим. Вон лестница! О, ништяк! Это то, что нужно. Сейчас залезу я сюда, и по идее... Вот он проход. Вот она, удочка. Поднимаем мишень. Угу. Ну вот. Давай посчитаем. Раз, два, три. Там четыре, пять. Еще шестая должна быть. И, скорее всего, она здесь. Точно, вот она. Шестая мишень. Достаю свой... Да, блин, рогатка мне нужна. Да, чертова рация. Рогаточка. Ну чё, понеслось. Вон туда будет довольно сложно попасть. В шкаф. Есть попадание. Ну а дальше все легко. И последний. Да, я открыл этот сейф чёрным. Что же там, что же спрятал там сосед? Зеленый ключ. Это ключ от подвала. Мы еще больше приблизились к подвальчику. Здорово. Вон здесь, как здесь, надо ключ туда, в дырку. Черт возьми! Только ключ нашел, и вот я его потерял. Не понял. Смотри на дверь, три замка висит. И золотой с красным ключом. Это что такое? Сосед пытался починить все это? Так... Где может быть ключ зеленый? Куда он его мог заныкать? Я надеялся, что он где-то рядышком положит, но нет. Давай я за тебя, девка с косами. Мы как раз на чердаке возле этого сейфа, но... Ключа ясен пень здесь нету, сосед его куда-то утащил. А, ты снова здесь! Где моя рогатка? Стреляем! Черт, его рогатки не берут!